Всем привет! Сижу и думаю, а сможет ли расширительный бачок от Газель Волга, ну не знаю, насчет Газели его точно не ставили, но вот на Волгах он стоял много где, и вот мне интересно, сможет ли вот эта вот фигня, которую вечно выкипает, с которой вечно все выдавливает, выдержать вес автомобиля. И сломается он или нет. Ну, сперва мы попробуем Volkswagen B3 по нему проехаться. Вот так вот положу его и прям так на него аккуратненько заеду. Вот. Ну, а потом попробуем автомобилю Газель на него наехать и посмотреть, что будет с ним. Ну, погнали пробовать. Ну что, видите, даже большой автомобиль его не взял. Вот и по асфальту он его провелозил, и так провелозил. Но он все равно не лопнул, остался цел. Ну, такие вот запчасти. Теперь его точно можно выкинуть. Ну или сделать из него хороший противооткат для большой техники.